проблема, не крутит стартер. Давайте посмотрим. Вот такая вот проблема. Сейчас будем доставать стартер, делать замену. Для этого нам нужно снять весь пускной коллектор. Сейчас вы это увидите. Окей. Для начала оценяем батарею. Откручиваем два болта. Поднимаем крышку. Буду просто делать. Давай, снимаем крышку. Так, в данный момент нам нужно отключить этот шнур. Этот. Так, на данный момент мы отсоединили всю топливную рейку. Здесь 4, здесь 4. Сейчас нужно будет открутить этот крепеж, так как он нам не даст вытащить впускной коллектор. И вот этот крепеж. С этой стороны такой же. Хомутики. Очень сложно. Дата нам не нужно отсоединять, мы это все оставим. Секунду. Окей, мы все снимаем. Окей. Все вытащили. Сейчас нас ждет 1, 2, 3, 4, 5 болтов, которые держат впускной коллектор с этой стороны, и 5 болтов с этой стороны. 1, 2, 3, 4, 5. Окей, так мы раскрутили все болты, вытащили все коннекторы. Это соединение мы оставили. Сейчас увидите, как это будет работать.
Все провода мы убираем в сторонку. Ну, в принципе, все. Вытаскиваем. Удобно ныркой. Кроме одного коннектора забыли. Вытащили. Так. Это все заняло у меня 10 минут, может быть 7 даже. Вот наш пропускной коллектор. Сейчас мы его покажу, куда его нужно уложить. Берете, поднимаете и вот в таком порядке кладете его с края. И он вам никак не мешает. И вот он, наш долгожданный стартер. Сейчас мы отвернем два болта по бокам, это болты крепления. И отвернем еще один обязательно. Провод не забудьте, тонкий. Вот он, это питание. Это большой плюс, этот дополнительный. Сейчас увидите. Окей, вот мы открутили этих два больших болта на 14. И на данный момент мы можем достать, как выглядит наш старый стартер. Не знаю, что с ним, но он не хочет работать. И так вот выглядит стартер, который я купил на Junkyard'е. Сейчас мы его будем устанавливать. Кстати, не можете вытащить, где открутили все болты, можете воспользоваться вот таким молоточком. Это очень удобно. И сейчас контакты все будем сажать, как они были. И вот включать вот этот предохранитель, который находится при стартере. И поехали. Так, прикрутила новый стартер. И уже можно, в принципе, попробовать провернуть его. Сейчас давайте проверим. Так, ребята, давайте посмотрим. Мы поменяли стартер, но самое главное, поставьте его правильно, обязательно перепроверьте 1000 раз, как он стоит, потому что иногда он встает неплотно, и это может вызвать большие проблемы. Вам придется опять делать все заново. Ну, давайте посмотрим. Ура! Все работает, все системы в порядке. Свет горит. Отлично.